которые нас лечат, которые, за счет которых держится наше здоровье. Мы желаем им всего самого наилучшего, чтобы они повышали свои категории и лечили нас только на ура. В основном, конечно, у нас здесь замечательные доктора. Огромное спасибо Крашенинникову Евгению Анатольевичу, огромное спасибо Афанасию Кузьмичу Андрееву, хирургу вот нашей горбольницы номер 2. Без врачей мы никуда, без медсестер мы никуда. Спасибо им большое. И сами всегда лежим в больнице. Правда, но вот мне помогли. Всем здоровья, конечно, счастья, семейного благополучия, всего-всего самого доброго. Здоровья, самое главное, всем. С праздником, конечно, их. Ой, больших успехов, здоровья, чистопольского здоровья, благополучия, чистого мирного неба над головой. Пусть не забывает клятву Гиппократа, которую они давали. Вот это, по-моему, самое главное.